Как мне тебе понравится? Стать мрачным и непонятным? А может быть, вдруг прославиться поступком невероятным? Или вдруг стать мятежным, порывистым и упрямым? А может быть, нежным-нежным и ласковым самым-самым? А то вдруг лукавым глистым, сплетающим ловко сети, или простодушно чистым, доверчивым, словно дети. Разгневать тебя мне, что ли? Поссорить с тобой всерьез? Или рассмешить до колик, до радостно глупых слез? Богатым прийти или бедным? С подарками или без? Словом ли вдруг хвалебным поднять тебя до небес? Что мне делать? Куда направиться, к другу или врагу? Откуда решение явится? Ну как мне тебе понравится? Я понять уже не могу. А ты даже будто бы рада терзать меня, как юнца. Но только любовь не надо испытывать без конца. Запомни мое пророчество когда-нибудь, как во сне. Страдая от одиночества, ты снова придешь ко мне. И, бросившись петь красавице, скажешь: «Встречай, чудак, я сердцем не в силах справиться. Ну как мне тебе понравится?» А я улыбнусь.